Ну, а теперь же и титром поздравили мы в этом эфире Колби Уильямса. В пятый раз вот такое поздравление. Нам не жалко, сколько угодно будем поздравлять Колби. Но тут дело-то в том, да, то, что говорила Аня, а именно турнирное положение. У него день рождения, не день рождения, команде нужно выигрывать. Ну и Сибирь тоже не против. И вот 3-2, уже вдвоем против одного. И Егор Спиридонов открывает счет в этом матче. Причем я, знаешь, так еще ждал, что он сейчас на дальнюю сделает передачу, а он бросил сам. Вот вам и потеря на выходе из зоны. Отличный гол, и не зря я говорила ранее, что Денис Голубев является одним из лидеров по показателю полезности. Именно он отдал передачу.